Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел ряд переназначений в экономических структурах государства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжает производить перестановки в сфере управления экономикой страны, сообщает пресс-служба главы государства. В Нижнюю палату парламента Таджикистана направлено обращение президента об освобождении Зафара Азими от должности заместителя главы счетной палаты. Также Рахмон предложил снять с должностей старших аудиторов счетной палаты Файзали Ахмадзода, Сабира Салимзода и Рамеша Давраншахиена. Ахмадзода должен занять место заместителя организации, а на должности аудиторов – Зафара Рахманзода, Холназара Файзулазада и Аслидина Хасанзода.